Что на самом деле означают протесты желтых жилетов во Франции? Об этом в видео. Или лучше сказать в этом видео, да? Давай тогда еще раз. Желтые жилеты во Франции добились того, что президент Франции приостановил введение акцизов на дизельное топливо на полгода. Надо заново записать. Желтые жилеты во Франции добились того, что президент Франции Макрон заморозил повышение акцизов на дизель... Что-то у меня слово «дизельное» плохо выговаривается. Давай еще раз. Желтые жилеты добились того, что на полгода замораживается повышение акцизов на дизельное топливо благодаря их протестам. Это как бы первая часть. А во Франции Макрон там, неважно, поймут? Ну, надо тогда еще раз сделать. Желтые жилеты во Франции добились того, что на полгода заморожено повышение акцизов на дизельное топливо, о которых мечтал Макрон. О которых тоже криво, да? Угу. Желтые жилеты добились того, что на полгода заморожено повышение акцизов на дизельное топливо в результате их протестов. Макрон мечтал о том, чтобы увеличить акцизы, но желтые жилеты смогли добиться того, что он от этого хотя бы временно отказался. То есть это вообще какой-то... Что? Желтые жилеты во Франции добились того, что Макрон вынужден был отказаться от повышения акцизов на дизельное топливо на полгода. Почему это произошло? Об этом в этом видео. Что? Нормально, что-то об этом в этом... Ну давай сделаем еще раз. Об этом в этом видео. Желтые жилеты во Франции добились того, что повышение акцизов на дизельное топливо... Что-то я совсем уж с этим французским. Желтые жилеты во Франции добились того, что на полгода заморожены пошлины... Блин, что за пошлины? Это акцизы на дизельное топливо. Увидя, что это работает, они стали громить магазины, громить машины и подключились к этому силы, которые стали требовать увеличения минимального размера оплаты труда, вернуть налог на роскошь и так далее. То есть все выглядит именно как то, что обеспечивает победу левым силам. Но на самом деле, если посмотреть, это их провал, который они приписывают капитализму. Что фактически произошло? Они требовали введения экологического, по сути дела, налога. Столкнулись с тем, что это ударит по среднему классу, и под шумок фактически стали бороться уже с самим средним классом, потому что уничтожали машины и имущество людей, которые принадлежат именно к нему. То есть, иначе говоря, они превратились в обычных провокаторов, которые начали с того, что их не устраивает повышение акцизов на дизельное топливо, а закончили уничтожением тех машин и тех магазинов, тех витрин, которым принадлежат тому самому среднему классу. Этот класс пострадал бы в результате повышения акцизов на дизельное топливо. Вот именно такую логику и совершают всегда левые политические силы. Они сами создают проблемы, а потом перекладывают их на других, видя корень всех проблем в капитализме. На самом деле они просто-напросто провокаторы и разрушители имущества. Вместо того, чтобы пойти и громить дворец президента, они пошли разрушать имущество обычных людей. И на самом деле это то, что не соответствует интересам развития этой страны. И что-то это видео какое-то не катит. Давай тогда на сегодня сделаем стоп.